Сделать добро под силу каждому и спасти ребенка. Наденьке Минаевой из Воркуты очень нужна наша помощь. У малышки врожденный порок сердца. Первую операцию она перенесла на второй день после появления на свет. Скоро предстоит вторая в Санкт-Петербурге. Не исключены и третья, и четвертая. Но их смогут провести только после того, как сердце девочки заработает в полную силу. Ухаживает за Надей только папа. Этой маленькой семье необходимы средства, ведь впереди у малышки полгода после операционной реабилитации. Если вы можете помочь девочке, отправьте СМС на номер 7715. В поле сообщения впишите слово «Коми» пробел и укажите сумму пожертвования. Подробная информация об акции организаторе на сайте fond-siladobra.rf или по телефону 8 922 27 23 817.